Я обожаю путешествия. Самые разные и неожиданные. Меня постоянно тянет в путь. Отправляясь в дорогу, я руководствуюсь одной из цитат Лао Цзы. Хочу рассказать вам об одном из таких путей. Мы с подругой встретились в Нью-Йорке, чтобы вместе пересечь Соединенные Штаты. Мы жаждали новых приключений и адреналина. Все это мы получили в дороге, но кое-что мы и потеряли. В который раз я убедилась, путешествие контролировать невозможно. Оно происходит само по себе. Надо позволить ему быть таким, какой оно есть, довериться и учиться получать удовольствие от любого поворота событий.